Итак, друзья, снова всем привет. Меня зовут Сергей. Сегодня очередное видео по заработку в интернете. Стартует проект через 5 дней. Проект называется «Магия денег» от очень крутого администратора, который создавал проект «Разбогатей», «Лови мани». Наверняка слышали об этих проектах. Старт намечен на 31 число, то есть 5 дней до старта. И у вас здесь есть реальная возможность вовремя войти и зарабатывать деньги. Но я сегодня буду рассказывать именно о том, что надо сделать, чтобы здесь зарабатывать. Если вы сделаете все, как в этом видео, вы хорошо заработаете на этом сайте. Ну, для начала я не буду рассказывать маркетинг, потому что он очень простой. Здесь есть 4 платформы для заработка. Это очередь 200, без вложений, просто становите в очередь. За каждого приглашенного вам еще там 100 рублей или 60 рублей. 100 рублей, по-моему, капает за каждого приглашенного. Бизнес 300, это вы уже подробнее в маркетинг-плане посмотрите. Очередь за 400 и бизнес 600. Можете зайти на два тарифа, то есть 200 и 300. Но сразу вас предупрежу, как вы только посмотрите это видео, если захотите участвовать, активируйте как можно быстрее. Занимайте очередь, хотя бы один тариф. Потом другой можете докупить. Вот здесь посмотрите маркетинг. Что дальше вам надо сделать? Здесь будет ваша находиться партнерская ссылочка. Вы ее копируете, разумеется. Дальше идет раздел промо-материалы. Здесь выбираете баннеры. Но прежде чем на баннер, вам нужны баннеры, зайдем на сайт Кадам. Есть такой сайт, сайт рекламы. Вот так вот он выглядит. Через него будем рекламировать, как я. То есть заходим в сам сайт. Вот здесь я разместил свою рекламу, здесь реклама дешевая, то есть баннерную рекламу я разместил. Также сейчас буду показывать, что вам надо сделать, чтобы здесь, разумеется, зарегистрироваться и рекламировать свою площадку и зарабатывать в магии денег большую сумму. Тем более сейчас пока 5 дней будет предстарт, стартанем только 31 числа, так что сейчас нужное время, чтобы влиться в этот проект. Ну ладно, давайте разберемся все-таки в рекламу. У меня вот реклама работает, я не буду вам показывать. Она, то есть, включена и пока что... Ну, я вам сейчас буду рассказывать, что вам надо будет делать. Смотрите, друзья, создаете компанию. Называете ее здесь как хотите. Например, назовем ее, то есть, тест. Дальше вставляете здесь свою партнерскую ссылку сайта. Вот так вот, такая у меня партнерская ссылка. Здесь проверяйте, что ставите здесь за клики, показы, формат рекламы. Можете тизеры выбрать, можете баннер. Я выбрал баннер. Ставку делайте 2 рубля, применить, жмете добавить несколько, это теги, слова теги. Я сейчас открою вам, например, свои теги, папку с тегами. Они выглядят вот так вот. Можете просто нажать на паузу и потом скопировать. Вот так вот они выглядят. Вам нужно все вписать. Не на то нажал, секундочку. Вам надо все это вписать, разумеется, вот в это поле. Я пока не буду сюда ничего вписывать. Допустим, скопирую, да, несколько фраз. И вставляем их просто в ключевые слова. Здесь также ставите ставку 2 рубля. Это большая ставка, но она себя оправдывает. Так, ну ждем, разумеется, пока это все. Так, все, ключевики мы загрузили. Вот сколько будет стоить ключевики. Дальше жмете Россия, СНГ. Это подходит нам. Дальше категория контент для взрослых, бизнес. Ставите. Потом, что там еще можно? Покупки, развлечения, социальные сети, торренты. Что здесь еще можно поставить? Личные финансы. Пол оставляем мужской и женский, убираем до 17 лет. Убираем старше 61, 50-60 можете оставить, можете убрать, я лично убрал. Так, таргетинг по платформам. Снимаем галочки, ставим только Mac и Windows. Так, мобильные тоже убираем все.
Оставляем iPad. Можно iPhone, но здесь почему сразу зависает реклама, если поставить iPhone. Так, и Android телефон. iPad и Android. Здесь у вас получится. Так, дальше вам надо настроить ограничения для компании. Ставим здесь. Точнее, вот здесь вот. Один раз в 7 дней. Чтобы один человек видел это раз в 7 дней. Здесь бюджет 300 выставляем. Ну и все. Здесь ставим галочку обязательно. Равномерное распределение рекламного бюджета. Все, создаете компанию. Ну и разумеется, что вам дальше, когда вы пройдете вот это все, вам надо будет добавить слоган, слова, то есть. Так, как зайти в мою компанию-то? Так, управление баннерами. Вот видите, как у меня, то есть я написал слоган «Зарабатывай 390 тысяч на полном автомате». То есть, ну и баннеры, разумеется, как баннеры вам надо сюда прикреплять, друзья. Заходим на этот сайт, и вот такая программка есть, она бесплатная, Bandicam называется, и вы подбираете, то есть баннер 200 на 300, там 240, и вы просто размером подбираете нужный, то есть баннер, и потом вставляете вот сюда на сервис Kadam. Создаете баннера 3 разных форматов и разные надписи там. Тут у меня надписи там 390 тысяч на полном автомате, и картинка баннера, там забери свои 390 на полном пассиве, там заработка 1000 рублей и так далее. В общем, два баннера уже работают, кликов пока нет. Но чем и круто, не надо платить нам за показы, показы бесплатные, платим только за клики. Вот такая вот система. Если вы проделаете все как у меня, как я вам показал, то разумеется у вас будут рефералы, это большой заработок, рефералы, плюс вам надо купить такую, ну, два тарифа, очередь 200 и бизнес 300. Но не советую покупать бизнес 600 и так далее. Да, это, конечно, может выстрельнуть, но в основном все будут брать очередь 200 и бизнес 300. Так что, друзья, в принципе, я вам показал, как можно хорошо зарабатывать. Да, вложения будут, то есть 500 рублей на Kadam потратите и сюда 500 рублей, 1000 рублей, но зато у вас будут рефералы, и вы сейчас станете в очередь за 5 дней. То есть выстроите большую структуру, и уже будет ваш хороший заработок. То есть вы свою 1000 или там 500 рублей окупите во много раз. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Всем больших заработков, всем удачи, всем пока.